для здоровки. Новый обзор. Да. Специально для зрителей. Да. Димас ставит на Ставьте лайк за Димаса. Да. Видите, мы в новогоднем форме. Он требует обзор. Кто? Я тоже. Да, он тоже. Мы хотим его. Ну что, понесла? Когда новый обзор? Гер, когда новый обзор? Вот прямо сейчас. Классно. Да. Всем привет, сегодня с вами Герасим Шоу. Сегодня ваш любимый ведущий Герман Колобоза. Мне кто-то там пишет в ВК, как всегда, но бывает. Сегодня мы поиграем в великую игру, которая меня подвигнула на крутые героические моменты, ну и на то, чтобы я записывал видеоролики на YouTube. Это Halo. Ну, это мы сейчас будем играть в Halo Online, но это из всей коллекции Halo. У нас есть Halo 3, Halo 4, Halo 5. Конечно, есть еще дополнительные игры, которые называются Halo Odyssey, Halo Reach, но это еще есть много великих кинофильмов, которые и мультфильмов, которые сделаны на вселенную Halo. И эта игра Halo Online вышла на PC, и даже у американцев она не вышла. Не знаю почему, но вот так. Давайте пойдем по поводу игры. У нас есть магазин, где мы покупаем все винтовки, которые у нас были основные в играх Halo 3 и Halo Odyssey. Я неправильно называю, но я просто один раз ее прошел. Halo 3 я проходил 4 раза и открывал все эти маленькие хрени. Но тут есть проблема в том, что ты покупаешь оружие, и оно у тебя на время, только на время. И, например, я купил себе вот себе винтовку, побегаем с ней, 24 часа. Вот так. Есть модули, которые у нас есть в Halo Reach, и у нас даже показывают, что у нас они дают, какие энергии и такое подобие. Вот. И... это взрывчатка, вообще классно. Вот такие у нас дела. Тут есть быстрый возврат, заряд батареи. Вот все это можно и покупать. И даже есть видосы, которые, как в дотке, помогают нам понять, что это такое. Броня. Укалистика. А у меня сейчас стоит борец. В дальнейшем я себе хочу купить улучшенную, какую-нибудь тут призрак или какую-нибудь такую, которая нам понравится. Усиленная есть. Но наберете особый уровень. Например, вот этот для улучшения на 30-й получить. Есть инвентарь. Инвентарь — это вот то, что у нас все есть, такое подобие, но это я даже не смотрю. И у нас есть, конечно, спартанец. Это мы там можем менять цвет нашего спартанца. И, конечно, есть особые цвета, которые мы в дальнейшем открываем. И профиль — это эмблема нашего. Бежался по-быстрому, так и подобие. Давайте сразу поиграем, просто я очень хочу поиграть. Сейчас буду искать нашу пати. Тут у нас написано, сколько мы играли, сколько побед. Побед у меня 0, буду молиться, вся будет у нас победа. Время в бою, сколько я проводил, и очков матча. Всего у меня счет очков. И вот так. Ну, все пока что ищется, а я пойду кофе себе налью. Есть проблема в том, что тут очень долго ищется пати, очень долго, и это минус в закрытого бета-тестирования. Это просто бред, но, блин, это пиздец. Ну, в это время ты можешь в это время инвентарь смотреть и так далее, подобие, что у тебя есть в этой жизни. У нас игра загрузилась, мы нашли пати, но самое главное, пати не набирается полностью, и это обидно, потому что карты большие. И они набираются, по 4 человека все набирается. Но вот у нас синяя-красная команда, как в Halo. Чуть может быть подглючивать, но бывает. У нас есть захват флаг врага, и доставьте его на свою фразу. Ага, мы за синих. Нормально. Так, у нас игра начнется через 3, 2, 1, 0. Так, ух. Ох, черт, как тут большое все. Так, играю на минималочке, чтобы получше было, чтобы... О, вот первый наш враг. Ладно. Я только что там его видел. Не знаю, он видно там. Я за сенс прошел вот так, видно.
Воу, вот это полегче, мужик, мужик. Вот у него сейчас была винтовка, это была снайперская винтовка, и она очень сильная она. Ее оружие, которое валяется на карте, они очень сильные. Даже сильнее, чем наши. Вот, у нее там еще бегает хуёвый, блядь. Оу-оу-оу. Снова видел. А то мои подписчики... Меня убило, видно, нет? Я его не убил. Он был на призраке. Сука. Сейчас, я, может, посмотрю настройки, может... сделать картинку. Ну так, я думаю, будет полегче нам. Да. Ой, проехал мимо. Так, где вы засранцы? Fuck you! Просто! Это просто бум-бум! Но мы, я сделал нормально, сейчас не глючит, слава богу, сделал его не в полный режим. И чуть-чуть получше стало, слава богу. Блин. Получается нам убить никаких противников. Сучка, убил тебя. Отрывай его. И нахер. О, ебаби. Вот так надо играть. Так, у меня очень мало жизни, надо стоять. Мне. О, нормас, нормас. Все, щечки-пуки. Защищаем базу, как можем. Да бежим, мы спали мертвы. Сволочь ушел. Ему повезло просто. Так, а что у нас со флагами? Воу, какой пистолет! Классный. Просто офигенный пистолет. Офигенный, мне нравится он. Ух, вообще класс. Где вы, пидоры? Ну, проблема в том, почему иногда ребята выигрывают, это по того, что есть донат. Есть донат, и вы сами понимаете, сами знаете, как я доначу по поводу Танк Онлайн, и по поводу того, что я только в Танке Онлайн задоначил очень много, и понял, что это бесполезно, доначить так много, и... О, что такое? А, это были патроны. Но флаг не земля. Но вот наша команда никак не может забрать. Это хорошо. Есть еще невидимка, но почему-то невидимки тут нет.
классно, все классно. Вот. Офигенный пистолет, он мне нравится, я потом дальнейшем его куплю. Он увидел меня. Это странец увидел меня и думал. Ах, козел. С винтовки меня снял. Вот флагом бежит козлина наш. Так, похищен. У нас... А, у нас похищен флаг. Фак. Че вы мне не сказали, ребят? Так, где наши тачки тут, а? Где тачки? Нет тачек, представляете? Вообще ужас. Кошмар. Поехали. Ух-ух. Крутые... Эти находятся вот здесь. А, тут ничего нету такого полезного. Надеюсь. Вот. Самое мощное оружие для меня это пулемет. Вот, он всегда был для меня самый классный. И даже в Halo 3 он меня всегда спасал мою задницу. Но вот его нету. Потому что его нету. Тут нам тут. Всегда забываю, что где тут нож. Ну не нож, а. Воу-воу-воу! Не возьмешь флаг, зараза! Уа! Та-та-ра-та-та-та. Самое главное, когда ты берешь флаг, то ты не можешь ускоряться, не можешь быстро бегать. Это сделано даже в старом Halo. Даже в... Зараза, захнись! На! А, у него броня была. Ну, мы на первом месте, ребят, это очень классно. А, сколько нам еще играть осталось с тобой? Мощь, сила просто. Тут есть очень классные пистолеты и новки. Но, слава богу, можно их забирать у противников. Так, у нас... А, зараза! Сзади подошел, как крыса. Крыса! Не люблю крыс. О, у него какая-то минутка классная. О, нормас. Самое главное, я не заметил нах. Почему гранитку? Вот это классная вещь. Вот это просто классная вещь. А. Вот так вас все. Блин, зараз, не получилось. Мне просто нужен напарник. Мне просто нужен напарник. А тут есть голосовой чат? Нет? Вот был бы голосовой чат, был классно. О, вот это. Вот это что было? Просто ракет мне в лицо прям. Поражение. Нет, нет, за что? Но я первый. Я третий.
мощь. Это мощь, ребят. Но не получилось у нас выиграть, это жалко. Ребят, если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте, конечно. И если вам очень понравилось, когда, как я играю в Halo Online, ну, я думаю, никому не понравилось, буду как днище, но нормально, были моменты, офигенные моменты, то просите, я еще запишу. И с вами был ваш любимый ведущий Герман Колобоза. Всем хорошего дня и...